ЧП в Нижегородском аэропорту. Автотрап врезался в самолет. В самолете уже находились пассажиры, которые должны были лететь в Москву. И хотя повреждения были незначительные, пилот вылетать отказался и потребовал заменить самолет. В течение 4,5 часов пассажиры ждали замены. Водитель трап перепутал педали. Плохо себя чувствовал, наверное, болел. Контроль надо проходить перед выходом на работу. Я думаю, что это очень неадекватный человек. Зачем его пропускают управлять такой машиной? Халатность, безобразие, безответственность. Вот все приводит к этому. По предварительным данным, водитель самоходного автотрапа просто задел рукавом рычаг, и он самопроизвольно начал подниматься. Я работаю здесь более 25 лет. Таких случаев не припомню вообще. Ничего не могу произнести. Понятно. Без комментариев. А как такое возможно? Трап урезался в самолет. Без комментариев. Несоблюдение техники безопасности, возможно, допущен до работы человек либо не в том состоянии, либо у него смена слишком большая, там, подменял кого-то. То есть... Банально, техника безопасности не соблюдена, и все. Ну, насколько я знаю, по поводу нашего аэропорта много достаточно нареканий. И для меня, честно говоря, это не очень удивительно. Руководство аэропорта инцидент не комментирует. Как сообщили в прокуратуре, скорее всего, дело закончится административным взысканием.